Клыки животного обнаружили инспекторы таможенного поста МАП-краски на уссурийской таможне в термосе и маникюрном наборе. Дериваты пытался вывезти из России гражданин КНР. Клыки были обнаружены во время таможенного досмотра багажа туристов с применением рентген-установки. Дериваты иностранец спрятал в термосе и футляре для хранения маникюрных инструментов, которые находились в чемодане мужчины. Как пояснил иностранец, клыки, предположительно клыки волка, ему подарил друг, и вез он их в подарок сыну. Дериваты мужчина положил в разные места, чтобы не перепутать, так как они отличаются по качеству. Учитывая способ перемещения клыков, уссурийская таможня в отношении правонарушителя возбудила дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.1 КОАП РФ «Сокрытие товаров путем использования мест, затрудняющих обнаружение». Мужчине грозит административный штраф до трехкратного размера стоимости товаров с конфискацией. Дериваты изъяты и направлены на экспертизу.